Привить традиционные семейные ценности молодежи. Такую задачу поставили перед собой представители Федерации национальной борьбы воевод и молдавские священники, которые считают, что спорт и вера помогут укрепить традиционные духовные ценности в рядах молодого поколения. Как заявил во вторник в рамках проведенной пресс-конференции председатель спортивной организации Николай Паскару, идея созрела давно и успешно реализуется посредством совместных проектов. Однако авторы инициативы не собираются останавливаться на достигнутом и строят планы на будущее. Табери де вари. Vom avea multe excursii în mănăstirile Moldovei, pentru că avem într-adevăr niște mănăstiri foarte frumoase, formidabile, reconstruite și este important ca tinerii să cunoască ce se întâmplă acasă în Republica Moldova. Представители церкви также приветствуют такое партнерство, так как считают, что в современной Молдове искажаются представления о семье. Вместе со спортивной организацией они обратились к митрополиту Владимиру с предложением создать ассоциацию, которая защитит традиционные семейные ценности. Мы хотим создать вот это традиционное гражданское общество. И вблизи каждой церкви создать филиал ассоциации в защиту традиционной семьи. По словам священника, митрополит Кишиневский, всея Молдовы Владимир одобрил эту идею. Служители церкви пока затрудняются ответить, когда и на какие средства будут построены первые просемейные центры, но надеются, что как можно скорее.